Персональный репетитор. В Югре растет количество учителей-волонтеров. Добровольцы помогают восполнить пробелы в знаниях школьникам из многодетных и малообеспеченных семей. Сопровождают наставники и детей мобилизованных югорчан, а также прибывших с эвакуированных территорий сопредельных зоны проведения СВО. Из Октябрьского района сюжет Евгении Самойловой. Вопрос. Можно ли в данный четырехугольник вписать окружность? Да. У доски Екатерина Аджиковская стоит 20 лет. Геометрия у 8 класса, после перемены алгебра у 9. Школа сельская, учеников 219. Но нагрузка у педагога большая даже после основных уроков. Она учитель-волонтер. Учитывая ситуацию в стране, хочется все-таки помочь детям, у тех, у которых родители находятся, принимают участие в спецоперации, и вообще просто помочь ребенку, который действительно в этом нуждается. 4 в квадрате – 16, 4 на 4 – знак. Милена – девятиклассница. Искать дискриминант квадратных уравнений приходит к наставнику без опозданий. Есть желание успешно сдать выпускные экзамены. В математике у меня возникают некоторые сложности, потому что большой объем информации. Преподаватель очень хороший, мне все понятно объясняет, и я довольна. Милена из семьи многодетная. Пока она получает знания от учителя-волонтера, ее мама также на безвозмездной основе занимается с учениками. Татьяна Шабалина – учитель начальных классов. Круг педагогической взаимопомощи считает делом добрым и очень важным. В нашей семье 4 детей, из них 3 школьников. И вот если бы не было вот этой программы «Учитель-волонтер», и нам пришлось бы искать репетиторов, то это большая накладка была бы на семейный бюджет. Поэтому «Учитель-волонтер» – это, знаете, очень большое подспорье для любой семьи. Проект «Учитель-волонтер» стартовал в Ханты-Мансийском округе с началом самоизоляции из-за пандемии коронавируса. За 2 года югорские педагоги провели более 6000 онлайн-занятий для 552 учеников. По самым скромным подсчетам, добровольцы помогли семьям сэкономить не менее 4 миллионов рублей. Запросы на безвозмездную помощь в регионе стараются отработать максимально быстро, благодаря расширению армии неравнодушных учителей. В нашем штате 30 учителей, из них 8 принимают активное участие. Мы еще планируем оповестить учителей-пенсионеров, которые, возможно, найдут время, потому что невозможно уйти от преподавания. Многие, я думаю, найдут время для того, чтобы оказывать такую поддержку. В числе наставников проекта губернатор региона Наталья Комарова. Она хоть и не учитель по образованию, но готова внести посильный вклад в добровольческую программу. В регионе привыкли добрые дела делать дружно, сообща. Евгения Самойлова, Николай Чащин, Вести, Югория, Октябрьский район.